Полезный город. Мы продолжаем цикл программ с основателем компании «Полоспарк» Олегом Юдиным. «Полоспарк» – это и парк автомобилей такси, и возможность пассивного заработка для его партнеров. Им компания перечисляет ежемесячно в среднем от 26 тысяч рублей. Партнеры – владельцы автомобилей, которыми таксопарк распоряжается на правах управляющей компании. То есть для сотрудничества нужен только автомобиль, заметим, новый. Расскажите, Олег, как оформляются ваши отношения с собственником автомобиля? Мы заключаем агентский договор, в котором говорится о том, что мы принимаем автомобиль для дальнейшей сдачи его в аренду на максимально выгодных условиях для партнера и нас. Также подписываем соглашение о сотрудничестве, в котором описаны все условия, формулы расчета, другие собственники и гарантия в виде подменного автомобиля. Машина передается в аренду водителю такси, компания заботится об ее техническом состоянии, а также о том, чтобы у водителя были заказы. Что касается марок машин, с какими вы работаете? Наша основная парковая линейка – это Renault Logan, Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Lada Vesta. Они распределены по двум пулам – это иномарки и русские автомобили. Срок службы русских автомобилей – 3-4 года, иномарок – 4-5 лет. Собственник может забрать свой автомобиль на любом сроке сотрудничества. Но чтобы именно заработать, нужно ориентироваться на срок от 3 лет. Олег, вы упомянули подменный автомобиль как гарантию. Это на случай аварии простое? Мы изначально отказались от каска и предусмотрели внутреннее страхование. Если автомобиль партнера полностью разобьют, то мы переоформим на него свой равноценный подменный автомобиль. Благодаря системе пула партнеры получают равную сумму дохода независимо от того, что происходило с тем или иным автомобилем. За последние 2 года, к счастью и к сожалению, у нас разбили один автомобиль нашего партнера. Это было совсем недавно. Конечно, его можно восстановить, мы так и сделаем, но поступить по-другому и не дать новый автомобиль у нас просто бы не хватило совести. В данный момент у нас есть 4 свеженьких подменных автомобиля, и в ближайшее время мы купим еще несколько. То есть для сотрудничества с Полоспарком требуется иметь подходящий автомобиль, почти все заботы на управляющей компании. Какие обязанности все же лежат на собственнике? Фактически у партнера остается всего лишь 3 задачи после того, как он передал нам автомобиль. Платить налог за доход, раз в год платить транспортный налог и раз в год оплачивать годовую ОСАГО для такси без ограничений. Все остальные задачи мы решаем самостоятельно. Подробнее о системе работы Полоспарка, условиях и возможностях читайте на сайте доходкиров.ру или звоните 73 74 11 и приходите на консультацию. Вам помогут оценить стартовые возможности и выбрать модель автомобиля. А если вы хотите в аренду автомобиль взять, то тоже звоните 73 74 11. Полезный город.